Экстремальные условия, а это стужи и замерзающая вода, не пугают воскресенцев. Будут ли они в этом году на крещение окунаться в Иордань? Так в народе называют прорубь. Посмотрим по обстоятельствам. А раньше окунались? Было дело. Окунался. Если кто может окунаться, я считаю, что это светлое. Просто нужно обязательно идти и соблюдать этот праздник. А мы поедем в храм и будем встречать там светлое крещение. Это спокон веку. У меня мать купалась в Москва-реке. И, в общем, мне это на свет сосало. Это для здоровья. Необходимо. Это ощущение, когда вот испытаешь, что это поймешь. А так передать невозможно. Раньше хотелось, а сейчас что-то передумал. Неохота. Работаю, не буду. Крещенские купания – чисто народная традиция, и она не имеет отношения к религиозной культуре. В начале 19 века люди в подражании Иисусу стали погружаться в воду. Если идем на прорубь, если мы все-таки решились, то это мы должны проводить в первую очередь с молитвой, с благочестиво. Не как, к сожалению, у нас сейчас бывает с распитием спиртных напитков, это с какой-то вот языческой такой удали, да, проходит. Это недопустимо, конечно, потому что тогда мы из благочестивого обычая превращаем это в нечто подобное к кулачным боям на прощенное воскресенье на Масленице. Некоторые священники после чина освящения воды также окунаются в воду. Настоятель Пантелеимоновского храма отец Евгений Ромашкин не придерживается такой традиции. В этом году по просьбе прихожан на реке Семиславка, там, где находится пляж, прорубят купель, и он проведет чину освящения воды. Многие считают, к сожалению, да, что это как-то очищает от грехов, но на самом деле по вероучению церкви грехи прощаются только в таинстве покаяния. И если церковь не настаивает, кто хочет купаться, купается. В Священном Писании сказано, что все естество освящается в день крещения, поэтому можно заменить окунание в Иордане принятием душа. Совершенно не обязательно идти в прорубь, нырять человеку. Вот можно, конечно, и так окунуться, окропить себя водой. Вот. Но лучше всего, конечно, крещенской водой просто окропиться, испить ее, вот, и, конечно, через это получить духовную пользу. Для купания на праздник Крещения Господня в Воскресенском районе будут оборудованы специальные спуски к воде, где духовенство отслужит чин освящения. 18 января в 11 часов на источнике в парке поселка Харлова, 21:30 на озере микрорайона Лопатинский, 23:30 на реке Нерской в селе Ошитково, 23:30 на ручье возле храма всех святых земли российской просиявших поселка Белоозерский, 19 января в полночь на реке Семиславка в средней части города, на реке Нерская поселка имени Цурупа, в час на озере села Невское и на ручье возле храма села Михалева. Евгений Светлый, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.